Российская телеведущая Аврора приехала отдохнуть в Заполярье. Своими эмоциями она поделилась в социальной сети Instagram. Путешествие по Кольскому северу актриса начала в самом южном городе региона – Кандалакше. В своих историях в Инстаграме она показала апартаменты гостиницы, в которой остановилась, а также оценила достопримечательности центра города. Далее Аврора отправилась в столицу Заполярья. А мы тем временем доехали до Мурманска, красивого северного города. Сейчас здесь пообедаем, погуляем, а потом двинемся дальше. Телеведущей крупно повезло, ведь погода в Мурманске не так часто радует гостей и жителей, а сегодня в городе яркое солнце. Телеведущая также оценила оригинальность наших горожан. Алексей мне предлагает тоже как-то себя продвигать на своей машине, написать «Ведущая Аврора», да, Алексей?